Проблемы мостов в Мордовии уже давно претендуют на место главной. Вот и тут мотоциклист-путешественник предупреждает, мост через реку Вяз в Качкурском районе закрыт. И чтобы попасть на другую сторону, надо будет проехать дополнительных 2 километра через село Семилей. Впрочем, объясняет он все это для тех, кто на четырех колесах. Ему же песчаные барханы нипочем. И пока за городом развлекаются мотогонками с препятствиями, в городе проходит игра для следопытов. Найди мусорку, если сможешь. В одном из торговых центров Саранска посетители на целом этаже не смогли найти ни одной урны. Вот во всей зоне ни одного мусорного ведра не нашел. Вот сейчас ребенка сок попил. Куда деть эту баночку, чтобы не выкинуть, чтобы по-культурному было, не знаю. В России некуда выкинуть мусор, а где-то за океаном он закончился, и там принялись перерабатывать то, что для нас все еще предмет роскоши. Слабонервных и мужчин просим отойти от экранов. Но слишком сильно расстраиваться не надо. Успокойтесь, выдохните. Ваша ласточка в целости и сохранности. А теперь лечебная смехотерапия от неунывающих лошадей. Телефоны у детей сегодня появляются почти сразу после пеленок. И нечего удивляться такому мастерству в управлении гаджетом. А вот герой следующего видео не такой ловкий, и его акробатический номер, мягко говоря, не удался. И последнее на сегодня. Будьте осторожны и не высовывайте свои ноги, куда попало. Вдруг и на вашу пятку найдется такой смельчак.